как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя Романова. Кать, откуда приехала, сколько лет? За 22 года я приехала из Ростовской области. Кать, скажи, пожалуйста, давно ли занимаешься музыкой? Почему, собственно, ей занимаешься? Чем можешь похвастаться? У меня мама моя учитель по музыке, поэтому у меня она уже в крови сидит. Я занимаюсь с самого раннего детства. И поэтому вот с самого даже детского возраста, кстати, я уже участвовала в разных спектаклях, конкурсах, в разных мероприятиях и концертах. Скажи, пожалуйста, какие задачи для себя ставишь в этом направлении? О чем мечтаешь, чего хочешь добиться? Задача у меня сейчас только одна – двигаться именно в этом творческом направлении, потому что я чувствую, что мне это нравится. И когда работа приносит удовольствие, я знаю, то это самый лучший вариант. Безусловно, это дает свою отдачу. Ну что ж, мы вместе с нашими зрителями желаем тебе удачи сегодня и в принципе. Спасибо тебе, пока. Спасибо большое, до свидания.